Как вы думаете, что мы будем делать сейчас? А мы будем защищать себя от радиации. Это эксперимент «Матрешка Р». Берем салфетки влажные, вот такие вот. У них уже срок годности до 18 августа. То есть сегодня уже 22. Поэтому мы можем... То есть вот, они уже как бы срок годности истек. И мы их используем уже как... У них вторая жизнь у салфеток начинается. Они защищают нас от радиации. Мы вкладываем их вот в такую защитную шторку. Аккуратненько. Рисуночком вверх. Так. Следующую. Заполняем все эти места салфетками. Аккуратненько. Так, немножко торопимся, чтобы видео все влезло. Коротенькое. Поправляем то, что видим не так. Эксперимент очень хороший и важный. И, конечно же, все эти эксперименты, они нам помогут дальше защититься от радиации, когда мы полетим уже к другим планетам. То есть самый такой непредсказуемый момент у нас в будущем, это связано с радиацией. Так, вот мешочек пустой, мы его берем в другой мешок, и потом это мы утилизируем. Так. Хватило, да? Еще надо где-то взять. Хорошо. Пойдем еще поищем. Ну все, устанавливаем крайние салфеточки, которые у нас остались. Заполняем защитную шторку до конца. Все. Потом, как в аптеке. Хватило. Хороший у нас куратор эксперимента. Просчитывают, чтобы не терять время здесь. Поэтому с куратором эксперимента нам очень повезло. Очень хороший. Так, все, смотрим, все нормально. Это у нас в мусор идет, который тоже еще надо провести по системе инвентаризации, что это выкинуто, чтобы потом не искать эти салфетки. И вот такая вот защитная шторка. Вот такая защитная шторка. Надо будет еще ее сфотографировать для ученых. И что мы ее складываем. Складываем. Оп. Складываем. Складываем. Оп. Видите, она даже несколько слоев получается. И вот. Вот такой вот мат. Получается шторище, бронежилет против радиации. Мы еще и установим в каюту. Сейчас посмотрим, как это делается. Ну а теперь устанавливаем защитную шторку в каюту, согласно ее месту установки. Сюда, это у нас каюта как раз. Освобождаем место и устанавливаем. Оп. Вот, тут есть специальные ремешки, которые нужно продеть. Все. Тут уже ремешок есть. Раз ремешок и два ремешок. Все. Все, шторка установлена. Вот она такая большая. А если надо в иллюминатор заглянуть, раз, открыл в иллюминатор, посмотрел в иллюминатор, сфотографировал, что надо, и опять закрыл.
Все. Шторка установлена. Защита от радиации обеспечена.